Друзья, наидобрейшее всем вам времени суток. Как всегда, с вами Док Браун на микрофоне. У нас пополнение рубрики «Первый взгляд». Sword Art Online Fatal Ballet у нас с вами сегодня. Немного ранее на канале выходил предобзор на игру, и я надеюсь, вы знаете, что она из себя представляет. Но сегодня мы с вами ее попробуем лично. Игра что-то как-то не особо мне понравилось меню на клавомыши, поэтому я сразу на всякий случай подключил геймпад от Xbox One, и в принципе играть мы будем на нем. Так что давайте начинать. Так, мы создаем персонажа, я понял. Ну, выбираем основа. Давай вот так. А, стоп, а можно что-то еще сделать? Покрутить, я понял. Повернуть, приблизить, отдалить. Так, берем за основу. А, рост у нас даже прописан. 149, 157, 165, 171, 179. Возьмем 171, пускай. Дабы не сильно выделяться из толпы. Обхват. Шею можно сделать чутка побольше, а то что-то вообще как будто на гвоздике держится. Ширина плеч тоже давай добавим, а то длина рук. Нормально. Обхват рук. Чувак, тебе оружие держать, давай побольше. Лапа такая должна быть, чтобы раз и все помещается. Вот тоже размер ладони. Все как надо. Вот так вот. Длина торса, обхват торса, длина ног. Ну, обхват ноги, длина ног. Нормально. Дальше идем. Тип лица. А что-то меняется? А, да, что-то меняется. Я думаю, многие узнают вот это лицо. Очень необычно. Я бы сказал... Вот, давай вот такое оставим. Очень необычно. Угу. Тут, ну короче, в принципе, Кирита здесь можно было бы создать при большом желании. Так, ладно, давай что-нибудь из стартового набора. Вот это в принципе ничего, так пойдет. Брови. Можно сделать его постоянно удивленным, он будет ходить и всему удивляться. Дерево, дом, но мы сделаем что-то. А есть что-то более, вот, ну хотя бы так. Почти как у меня прямо. Ладно, дальше. О, вот это сойдет. Дальше. Татухи. А с каких пор это... С каких пор это татухи считается? Ладно, дальше. О. Это, конечно, очень интересно. Ну да ладно. О, вот это вот, в принципе, это и не шрам, это именно вот как татуха. А, пускай будет. Погнали дальше. Кожа. Ну давай так, чтобы не совсем, конечно, там прямо. Вот. Ну, слегка такой загоревший. Глаза. А, цвет тоже. Нет, цвет устраивает. Волосы. Цвет волос. Я надеюсь, геймпад не сильно громко щелкает. Надеюсь, вы этого особо не слышите. Но если вдруг да, то, ребят, сорян. Геймпад от Xbox, он такой. Вот, будет такой. Оттенки чего? А, в два цвета, то есть как бы. Прикольно. Давай. Вот как-то так. Переходящий сделаем.
Брови трогать не будем, губы, надо, чтобы их хотя бы было заметно. Ой-ой-ой, нет, а можно, чтобы они были не накрашенные, а просто их было немного заметно? А если черным? Нет, это не то, что я хотел. Вот как-то так, их просто заметно и все, румянец. А, ну-ка. Нет, лучше убрать. Лучше убрать. Блин, знаешь, ты знаешь, что-то губы как-то меня тоже смущают немного. Не-не-не-не-не-не, лучше уберем. Так, все, готово. Странно, но ладно. Создать данные. Так, в принципе. Да. Как-то так. Так, ну, игрок. Так, а как тут это? Слушай, я лучше это, наверное, с клавиатуры пропишу, пожалуй. Будет вот так вот. Ребят, напоминаю, первый раз вижу игру, первый раз играю, поэтому, может, где-то что-то долго, где-то что-то, может, не увидел. Так что не серчайте там сильно. Воу! Gun Game Online, друзья. Ну что, полный вперед. Челюсть отвисла сразу, такая бум. Блин, выглядит круто, но я уже вижу баги с текстурами. Ты кто? Вот я тоже. Ты кто вообще? Куреха. Антава, айкаваразуне. Фунвики де сугу ни вакатта ва. Донна фунвики котте? Хитозукиай га мендоксай тока иттеиру вари ни ва охитоёши на канджи кана. Ну ладно. Тоцуден ёбидашта но ни, хажимете но VRMMO ни ките куреру ребелу но. Дакара, аригато не. Са, ику ва ё. Тайкай га хажимару ва. そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ?私がいろいろと教えてあげるね。数年前に、ダワイ、держи нас в курсе。一人の若き天才、カヤバアキヒコが生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲーム. Блин, я бы лучше в Вайнград пошел, серьезно, если бы была возможность. Окногеймава SAO яритагаттеитакедо. Анта ва MMORPG нива демо. Соре ва сэйкай датта тому. Сэйшики сэрвис кай HP га 0 ни нареба, плейяр но иночи га убавареру. Десгейму ва плейяр тачи ва кёлёку ште, зэн 100 соу кара нару Айнкратто ва колёку ши. 現実世界にSAO事件の影響は大きかったけど、VRゲームの火が消えることは安全性を確保された。 А, короче, если кто-то не понял, то по сути это был краткий пересказ первого сезона аниме Sword Art Online. Кстати, если не видели, то даже я бы сказал, рекомендую к просмотру. Весьма такая прикольная, интересная анимаха. Так.
Блин, Альфхейм онлайн тоже классная тема. Вот они все лучше, чем Гангейм онлайн. Лучше бы туда, реально. SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム Sword Art Origin 通称オリジン そして何者かによってVRMMO開発支援パッケージ The Seedが無償配布されたのをきっかけに さらにたくさんのV ここガンゲイルオンライン GGOもその一つよ 簡単に言えば銃の世界ね ゲームコイン現実還元システムを採用しているから プロとして稼いでいる人たちがいるの 難易度は結… まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから 今GGOは… あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会 すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって そういうこと もちろんお礼はちゃんとするわよ それに、初心者でもあんたならいい線行くんじゃない? Блин, как много текста для начала игры. Боже, как много. А новичок в GGO. Хорошо. А можно поиграть уже? Диалоги очень интересные, прикольно. Гангейм, да, классно. Но поиграть дайте-то. О, Ицуки-сан, да. Ано хито мо тайкай ни санкасуру но кана? そんな不思議そうな顔しないでよ あそこにいる人 もうどこに注目してんのよ まあ確かにかっこいいし あの人はGGOトッププレイヤーの一人 いつきさん 彼が率いるスコードロンの スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね Ясно, глава гильдии, короче 君たちも 大会にす… はい! クレハ君だよね 噂は聞いているよ え? あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろ? クレバーな戦況分析が頼りになるって あ! ありがとうございます! Ох уж эта озвучка, она… В японских играх она настолько эмоциональна Офигенно на самом деле 初期装備みたいだけど… もしかして… 私の幼馴染なんです ゲームはめちゃくちゃうまいけど GGOにログインしたのは今日が初め 初日から大会に参加するなんて 冒険好きだね そういうの… 初めまして 僕はイツキ 銃の戦いは レベルやステータスだけ面白い戦いを 期待しているよ では У них какие-то проблемы с губами у всех, слушай, вот вообще проблема トップ入りの腕前なんだから そう簡単に負けないわ 準備はいい? OK なら そこの転送ゲートに入って Ура, мы куда-то пойдем сейчас Нет, судя по всему, мы сейчас появимся уже где-то там просто-напросто Дайте поиграть, блин Сао, ну я понимаю, там сюжет, предыстория О! Так Угу Так Что с ней не так? Ох ты ж, боже мой. Так, левый стик. Рывок. А, чтобы прыгнуть. Б для быстрого шага. Так, ну, в принципе, управление понятное, и даже, я бы сказал, приятно. Угу. Так. Куреха идет гораздо дольше, чем я. Так, взять оружие в руки. Одновременно можете экипировать два оружия, чтобы переключаться между ними.
Нажимайте, чтобы отложить взятое оружие. Ну, в принципе, понятно. Так, для прицела, РТ для выстрела, ЛТ, когда оружие кипен, чтобы войти в режим прицеливания. X для перезарядки. Ну, в принципе, сенса такая дикая на самом деле. Сенса на геймпаде реально очень дикая, но мы привыкнем. Я не знаю, как с мышки, но с геймпада имеется небольшая система помощи в прицеливании, вроде как. Пока не совсем понял, но вроде бы что-то такое есть. Так, имеется укрытие. Иногда от врагов линия трех пули означает, что враг готовится к выстрелу. У вас есть мгновение, чтобы спрятаться. Понятно. А прятаться на какую кнопку? Если честно, я не понял, на какую кнопку. Прятаться. Ладно. Потом разберусь. Наверное, может быть. Но это не точно. Пополняемся. Сундуки с сокровищами. Окей, прикольно. Если ваш запас очков здоровья упадет до нуля, вы будете нокаутированы и не сможете передвигаться, но не все потеряно. Если кто-то из группы вас оживит, вы сможете продолжить бой. Однако, если все участники группы будут в нокауте, то группа будет считаться проигравшей, и вы вернетесь на КК Глокен. Окей, ладно. Есть не только бои PvE, в которых нужно драться с вражескими ИИ, бывают и бои PvP, в которых вы деретесь с другими игроками. Вражеские персонажи очень сильны, в боях с ними не забывайте использовать режим прицеливания, чтобы увереннее целиться в слабые точки. Стрельба во время бега может, впрочем, тоже оказаться действенной стратегией. Окей, значит, PvP тут все-таки имеется. Воу. А, вот, все, я понял, как прятаться. Боже мой, как же сенса дичайшая просто. Сейчас босс там будет какой-то. Есть пополнение, давай заберем. Выглядит очень необычно на самом деле. Непривычно. Хотя в то же время достаточно симпатично. Игра стоит на 4-м Unreal Engine. То есть проблем с графоном быть тут вообще в принципе не должно. Но хочется посмотреть более открытые локации на самом деле. Мне вот интересно все-таки чувствительность. Я бы подубавил вот где-то, наверное, вот так вот. Сейчас посмотрим, как оно будет. Я бы вот вообще все, вот что касается камеры.
Я бы подубавил, потому что, может быть, с мышкой это и поживее будет, ну, как бы нормально, но на геймпаде это очень неудобно было. О, вот сейчас вроде было лучше. これからはあちこち探索して恋愛でも。あれ、君たちは月を見て逃げるわよ。五木さんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。うん、もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。 Вот сволочь, ну как обычно, в САО. Мерлин君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほど君たちも警戒が足りないよ。どうせなら実に退屈極まりない。 だから見逃すとでも言うんですか。まさか、ここはGGOで。そうだもん、僕に殺されるのと、あっちのエネミーに、この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけど、あれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで 様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。может попробуем надрать им просто как-нибудь. いいね。 冷静な判断。分かったわ。いつきさん、私たちはエネミーに戦い。スムースリー、я думал, ну ладно. Посмотрим. Ладно. Ну понятно, короче, хорошо. Пополняемся. Окей. В смысле? А, это был типа просто слегка жирный. なんとか勝てたわね。いつきさん、これで文句はないでしょ。あ、この先道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に、私たちは別の道を選びますか。うん、実は僕、くじ運が全くなくてね。この前も無冠の、だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫、わかりました。 Так, окей. То есть нам типа налево или направо? А мы пойдем направо. Окей, то есть мы типа прошли данж. Мы еще и апнулись. Слушай, на самом деле любопытно, но на данный момент впечатление очень двоякое. Ицуки-сан は人気者だけど、やっぱりGGOのプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから。 強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら、見て。
体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。Вполне ожидаемый поворот на самом деле, но ладно. Там что-то есть, но это явно кем-то еще должно охраняться. Боже, насколько же неспешное начало. Японцы, знаешь, вот они тебе разжевывают этот туториал, который невозможно даже пропустить, даже если бы ты хотел. Угу. И что же там? Мне интересно, имеется ли здесь какое-то понятие специализации? Окей. А, слушай, мы же можем выбрать себе... Девчонку, конечно, берем. Так. Я ее могу тоже создавать. Прикольно. Да. Маленькую, ну, вот такую сделаем. Нет. Я, кажется, знаю, что это. Это типа дроид, который будет за нами бегать, помогать в бою. О, глазище. Вот мы их и оставим вот этим. Так, причесочка. Ну-ка. А, угу. Тоже очень кое-что напоминает. Так. Слушай, они молодцы, постарались. Блин, второе создание персонажа за игру, это слишком много. Давай вот такие. Так, ладно, брови. Вот так. Так, пускай будет. Цвет. Ух. Светлое сделаем, так, волосы. Давай, пускай так будет, допустим. Оттенки. А вот оттенок мы примерно... Оттенок-то возьмем. Типа... А, пускай будет. Так, брови. Брови менять не будем. Губы накрасим ей, пускай. Вот как-то так, румянец, но... Ну, это уже что-то. Ладно, пускай будет.
Завершить изменения, да. Ифинес. Ну, вы же понимаете, что у нас будет Фокси, конечно же. Ой, так, ну почти угадал. Просто вот, вот так сделаем. Хорошо. Я надеюсь, на этом туториал закончится. Опа, алло. Ау, это было громко. Ребята, вы тоже здесь. Куда нажимать? Что делать? Субтитры, надпись пыхтит, отлично. Чотто мачинасай! Аната косо джю о орошите. Исуно ма ни хайго. Хараши о киите куре. Оре тачи ва моу татакау цумори ва най. Занен дакедо, манияванакатта кара на. Манияванакатта? Нани о итте иру но? Суде ни соко но абашису ва мастаро то митомета йоу даши. Ну вот и познакомились. Деайтем. На, секакни ва, коно май но огата апдейто де джиссо сарета плейер саппорто AI, Абасис да ё. Реа сугите, джохо га хотондо дете накутте са. На, коно тайкай га гетто декиру чанс да то омоттан да кедо на. Заннен датта не, Киритокун. Мата коцкоц то高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよキリト1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという高原使いのあのキリトさんキリトでいいよこっちはアスナ別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとかキリト君もう余計なことまで言わないで悪い悪い仲間のアスナだ名前はランキングで何度も見ているわこんな有名人まで狙っていたなんてアバシス私があなたのマスターよ私はアファシステムタイプ X A29000 マスター登録はすでに完了していますこの人が私のマスターです現在メインシステムを 50% まで起動中えな обломись やっぱりなだから倒しても無駄だと思ったんだよくわかったねキリト君アファシスがマスターと呼んでいたからさそれにんちょっとなんで勝手にマスター登録しちゃったのよあんたのものは私のものでしょ言い訳したって無駄なんだからああまあよしあんたのものは私のものだからそういうことにしてあげるわあんたにもさっき迷惑かけちゃったしねクレハはマスターの上位者認識しましたOtlично просто отлично вообще классное начало まだ時間は残っているしせっかくだから優勝くらいはしとかないとな商品も豪華らしいよキリト君ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけどああの私クレハって言います私絶対にトッププレイヤーになるんで覚えていてください
ナイスガッツ、クレハ。じゃあ、それと、君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時、アファシスをかばったんだい？なるほど。そうだよな。Ясно, понятно. Окей, даже здесь это есть. 後付けにしかならないかもな。うん。君とは気が合いそうだ。またね、アファシス。3000 кредитов, задание выполнено. Слушай, ну, выглядит это все очень прикольно, реально. Но... А, боже. Type X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドの。それより早く名前をつけてあげたら。これからずっと一緒に連れ歩く。登録完了。想定よりいいセンスで安心します。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器はこれがいいです。これはアルティメットファイバーガン、長いので UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。高専塾倉庫に埋もれていました。経験値という情報が不足している。それって、о боже, да когда же это закончится? Серьезно, ладно. Хорошо. Новое оружие, замечательно. Я отступление уже устал, честно. Ну слишком долгое, реально. И вроде бы все интересно, прикольно, знакомые персонажи, которые хорошо помнишь, знаешь, но блин, как же долго. ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。завершить обучение. Оптолоконная ультрапушка – это особое устройство, оно может быстро переместить вас в удаленное место. Зажмите LB, чтобы вывести сетку прицела, наклоните, угу, right stick, стреляйте LB.構えた時に出る照準の色でわかります。まずはこの高台まで登ってみるのです。я вроде бы и... А, все, ясно, понятно. То есть по таким поверхностям... А нет, слушай, можно. А если, допустим... Да, блин, вот давай, вот, вот почти на самый верх, чтобы... Да, вышло. Круто. Прикольно. Своего рода крюк, который нас подтягивает. Хорошо. Украсть предмет. Хорошо, допустим. キリトさんたちは何位だったんだろう。すごい、キリト。でも今日の本当タイプ X 以上のレアアイテムはあり。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロック。
Ох ты ж, боже мой. Так, ладно, мы вроде бы как закончили с этим всем делом. Знаешь, что самое интересное? Мы как бы закончили уже, но игру, по сути, мы еще даже не пощупали. Это все было туториалом. Я, Куреха-кун, бокуно-хо-ва, трап-дараке-но-руто-де, са. Накама-тачи-но-HP-о-кезраре-те-шиматте-комат-та-ё. Ладно, не будем дерзить, давай так же. Ано-вакаре-мичи-но-саки-ни... Ва-таши-дес! Кими-о... Плей-я... では一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプXです。まったく。なんで僕が落としたパンは、いつもバター。マスターは、クレハ君?ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。え?じゃあニュービーの君が。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。 よかったら一緒にお疲れ様パーティーを。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし、どうだったの俺。君はさっき戦った。どうも。貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、君はキリト君の友人なのかい? Отлично, вариант. Нет, мы только что, только встретились. Нет, он меня чуть не убил. Давай так. Афасисを тениле. Топ-плеерに興味を持たれる. Йокаттара, Ицкимо конайка? Заннен дакедо, энлюするよ. Кимитачи ва доукана? Мастер, партии ва хажимэтено кейкен дес. Кёми га аримас. Мочурон санка суру ва. Не? Очередная загрузка. Боже, я их сегодня столько увидел, это просто жесть, я не знаю. Кирито, Асна, ивенто тайтай ничо! Ох ты ж, блин, и все ж свои, всех же ж знаю. Меня только смущает фиолетоволосая, вот не помню, как ее зовут справа, она ж вроде бы как бы там типа, ну там все плохо. Спойлерить я не буду, но не ожидал я ее тут увидеть. おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、超レアなアファシスを手に入れた。幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介する。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに。私はクレア、アファシスはこっち。 私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。 以外の方に使われるのはお断りします。うわあ、羨ましい。羨ましすぎるぜ、あんた。 俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。 Те же эмоции. Все как надо. そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。 そうだね。 ナンバーが 00 だから。 По-моему, если я не ошибаюсь, Лифа была немного поменьше. В аниме что-то ее как-то слишком большой нарисовали. Вакариаскуте инжанай? Лей-чан, ёрошкуне! Лей-чан, шоучишимашта. Ваташи ни пикина-сан, ёрошку онегайшимас. Саппорто андроиду тоште, минаса партии ни осасой итадакетара, минасан во зэй мастерга орусу но токи демо, дондон сасотте кудасай! マスターじゃなくても、パーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら、独り占めするぜ。だから、お前はそこでがっつくから縁が。それじゃあ、改めてアファシスゲット。おめでとう。おめでとう。
乾杯。早速噂になっているぜ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんなへえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったね。アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？その武器って見たことないんだけど。ど、二次層の武器？アファシスってそんなプレゼント機？はい、タイプ X だけが有する一回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能。多分 AI にしては随分アバウトな表現で。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた俺エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う？それはまあ友達価格ってやつで。Вот же же пройдох。商人の血が騒いじまってな。Да, торгаш он и в крови торгаш。まったく。でも本当に。ちょ、昔から運はいい。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど。あの、もしよかったらお友達になりませんか？賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでも歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのって。Ну, Синон, как всегда, да, ясно, окей. 何より、しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら、みんな、ありがとう。だから、こうやってみんなと知り合えただけで、十分幸せという。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと。И сейчас будет следующий диалог, то есть ты понимаешь, это просто вот сцена с диалогом за диалогом за диалогом и еще вот. Ну спасибо, что хоть дали побегать немного. 想像しくて、口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし、君ってさ。ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いた。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段はり、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、待って、全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに。По-моему, выбор реплик особо ни на что на самом деле не влияет. То есть он так. 一つ聞きたいんだけど。Просто есть и все. 仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ。やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。Блин, если бы это все происходило реально в VR-MMO, было бы вообще огонь. Господа, мы, кажется, прошли туториал, и я думаю, на этом мы будем заканчивать первую часть первого взгляда. Ждите вторую часть первого взгляда, где, я надеюсь, нам дадут уже порулить.
А пока что, наверное, все. Пишите, что думаете, жду ваши комментарии. Ну и, собственно, пишите, хотите ли увидеть продолжение. И если да, то, пожалуй, мы будем ее стримами проходить на Твиче. Вот как-то так. А на этом все. Всем удачи и пока-пока.